Надо мной летает вольный ветер, он такой же... Друзья, всем привет по традиции нашего клуба. 12 февраля клуб «Ярополк» выехал в купель. Сегодня у нас 10 человек. Все наши закаливания, купания в холодной воде мы посвящаем, как правило, каким-то праздникам. Недавно были такие праздники, как День Домового, День Безумного Желудка. Ну, естественно, мы это опустим. Но позавчера, 10 февраля, в России отмечался День Дипломатического Работника. Наше закаливание мы посвящаем именно этому празднику. Поехали! Я русский! Я иду до конца! Закаливайтесь, друзья! А интересы России надо. Давай, заходим. Отлично. Поздравляю всех дипломатов с таким прекрасным днем. Желаю вам счастья, здоровья и оставайтесь гордостью в мире нашей страны. Молодец. Давай. Удачи всем дипломатам в переговорах на всех территориях всего мира. Давай. Мало еще. Вот она молодец. Пошел. Что такое? Сегодня что-то не. Не твой день, да? Да, не мой день. Нормально все. Поздравляю всех. Стоп, естественно, сегодня твой день, потому что день потому что сегодня день дипломатов, а не твой. Поздравляю всех дипломатов с праздником. Будьте здоровыми. Слава России. Головой! Меня не хватит! Давай. Ну чё? Всё, теперь твой день! Да! Пойдём, твой день, да? Реально твой! Поздравляю всех дипломатов с праздником! Желаю здоровья крепкого! И купаний так же, как и мы в купели! В разных уголках, как в России, так и за рубежом. Поздравляю вас, дипломаты, с праздником вашим профессиональным. Спасибо вам, что защищаете интересы нашей страны. И желаем также защищать нашу страну во всех уголках мира. Ура! Отлично! Россия, это сила! Ну что, твой день, Саня? Да, вечер такой. Я русский!